Изначально суточный марафонский заплыв был запланирован на 29-30 марта, но его отменили из-за сильного загрязнения воды в Свияге и из-за ледохода. Таким образом, грандиозное событие плавно перенеслось на 12 апреля, знаковую дату, день космонавтики. Так что для кого-то Земля в иллюминаторе, а для кого-то Земля под водой. Ледяной водой. Холодная вода не любит слишком героизма. И это главный постулат марафона 24, уникального заплыва, посвященного великому единению России и Крыма. Задача каждого участника и всей азартной кампании по цепочке продержаться в ледяной воде ровно сутки. Помимо ульяновских моржей экспериментировать готовы команды Чуваши и Тольятти. Для разогрева заводное яблочко от принимающей стороны. Марафон открывает 6-летняя Маша Чигрякова. Далее болельщики приветствуют Татьяну Александрову, женщину-легенду, двукратную чемпионку мира по холодовому плаванию, покорившую Берингов пролив и озеро Лохнесс. В родных Чебоксарах Татьяна возглавляет федерацию данного вида спорта. В Ульяновске продвигает уникальный проект. Ну, вообще это здорово, что Ульяновск подхватил эту инициативу среди городов провести суточный заплыв. Это очень серьезное мероприятие, требующие огромной подготовки, много организационной работы. И вообще это здорово. И мы приехали поддержать, я надеюсь, с честью. В воде и новички, и профи. Для согрева и поддержания сил приготовлено отдельное помещение. Для ночного плавания специальная подсветка. Никаких сверхусилий, никаких рекордов мира мы не будем здесь строить. Мы просто должны показать, что Ульяновск является не центром, может быть, но около этого. Что с Ульяновском сейчас уже считаются, его уважают, может быть, и боятся. Общая протяженность пройденной дистанции около 30 километров. Из солидарности аналогичные марафоны прошли еще в Тюмени и Барнауле. Татьяна Домоданова, Олег Тоньшин, РЕН-ТВ, Ульяновск.